а за что вас остановили? А куда вы рвёте? Я гол. За что они вас остановили? Глаза сказали красные. Остановили. Денег просто просили? Нет еще. Ну сказали, морда лица пожеванная, это я, бля, после инсульта, говорю, слышь, мне, говорю, бухать вообще нельзя. Ну как бы. А не, нифига, у тебя запах, какой, блядь, запах, я тут слышал. Драгер давали продавать? Нет еще. Мы собирались. А, понял, сейчас хорошо. Будем тут это. Блядь, я говорю, я не пью 3 месяца, мне как бы похер на тот драгер был. Ну если бы что-то показал, я бы удивился, если честно. Я бы поехал бы сейчас на ТЭЦ и сдавал бы там месяц кровь и все остальное. Не, ну с ними надо было ехать. Ну, если нужно ехать. В больницу, то да, 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 я да, сказал, да. Говорю, поедем в больницу, не вопрос. Говорю, я вызову свое руководство и все остальное, потому что вы что, угодите. Нифига. Короче, вот, вот так вот разводят людей. Я вовремя подуспел. А что не сказал? Ага, я понял, что не увидели и убежали, да? Да. Что у них там драгера что-то подмешано? Ну конечно. Подороги, блин. Группа в Телеграме «Надзор Харьков», это моя группа. Если есть по-русски, да. По-украински. А, вообще, как «Надзор» писать? «Надзор Харьков» просто на русском писать. А, и звонить, да? Да. А там частенько стоят вот за этим. Я тут, в принципе, неделю всего живу, но почти каждые выходные по утрам за переездом стоят. Ну туда будете писать, будем реагировать. А что, просто так сейчас не имеет права останавливать? Нет. Да? Нет. Сразу против спецоперации. Как-то так, друзьяки, успел я. Спасибо вам. Да, давайте. Поехал я дальше.